Так, всем привет. Очередные два дня работ. Я уже сбился, какие по счету. Значит, что сделано? Сделана дверь. Ну такая она. Короче, еще плохо открывается. Надо ее подгонять. Вот, надо ее подгонять. Ну, в принципе, нормально. Вот здесь она снизу плохо закрывается. Здесь надо рубаночком немножко подтесать. Короче, так, что еще сделано? Сделаны стеллажи. Вот эти вот все стеллажи. Эти. Значит, вот эти два стеллажа. Потом более-менее подготовлено место под горн. Значит, обшил я вот такими вот, как они называются, ОСБ, по-моему, да? Короче, стружечные вот эти вот плиты, они у меня остались там после строительства дома, две большие плиты, ну, я их обшил. Значит, не смотрите то, что вот здесь дырки, потому что там с той стороны я еще вагонку не докрутил до конца, поэтому здесь они, кажется, как будто они сквозные, но нет, они не будут сквозные, это просто я сделал для того, чтобы дерево под плитами дышало. Внизу тоже дырки. То есть видите, да, как получается? На каркас я просто их приделал. Ну и соответственно, чтобы вот здесь вот воздух гулял, чтобы здесь ничего не прело, ни, это не гнило, я снизу и сверху отверстие сделал. Значит, сделал все для, это я все для того, чтобы, ну, как это сказать, чтобы можно было нормально все это теплоизолировать. Вот, теплоизолирую я это базальтовый картон. Это у меня тоже остался после монтажа печи. Вот, он, правда, немножко намок вот здесь и замерз. То есть слышно, как он хрустит. Но это ничего страшного. Я когда горн сюда поставлю, это все высохнет, испарится. Вот, ну это я не доделал, просто у меня не хватило. Надо еще покупать. Вот, еще вот здесь доделаю до конца. Может быть, чуть ниже, чуть выше. Ну, посмотрю, какой у меня будет горн. Значит, вот здесь, где будет труба идти. Кстати, я еще не решил, может быть. Ну, наверное, все-таки в крышу, чтобы тяга лучше была. Короче, вот здесь вот я еще тоже обошью вот такой плитой. В месте, где будет труба проходить через дерево, будет у меня такой, как он называется, проходник металлический. И там я тоже все изолирую. Ну, посмотрю, либо базальтовой ватой, либо картоном, опять же. Вот, может быть, наверное, ватой, потому что картон он ломкий. Ну, короче, посмотрю. Вот, в общем, два дня работы. Вот, кстати, топорище. Так, между делом. Топорище новое. Заказали у меня там товарищи топор. Вот топорище новое. Из комеля березы. Сушу. Вот, ну, в общем, вот так. Пока вот так.